И всем привет, с вами Ростиксон, и в этом видео я расскажу про реферальную систему на бирже Gate.io и как с помощью нее можно заработать, и самое главное, я расскажу, как я зарабатываю на этом. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал в описании, ну, во-первых, потому что YouTube могут закрыть, и второе, там очень много всего интересного, есть некоторые темы, которые быстро устаревают, но на них можно заработать. Там, в общем-то, я выкладываю все, чем я занимаюсь и чего нет на Ютубе. Так что переходите, там очень интересно. Более 200 человек следит за мной в Телеграме. Так, а теперь будет небольшой опрос у жителей Санкт-Петербурга. Я задам вам некоторые вопросы, связанные с криптовалютой и финансами. Если у вас есть какие-то интересные вопросы, то вы их можете написать в комментарии, и я задам их в следующий раз. Кстати, все те, кто участвовал в опросе, получили сладкие призы от биржи Gate.io. Привет, отвечу на пару вопросов. Привет, давай. А в чем ты хранишь деньги? Ну, папа хранит в платине, а я храню в папе. А есть ли накопления у тебя? Есть. А на сколько примерно хватит этих накоплений, если жить? Месяца на 2-3. И как ты относишься к криптовалюте? Положительно, сама не использую. А что-нибудь о ней знаешь, может быть? Ну, биткоин, там еще что-то было. Спасибо за ответы. Разберем, что же такое реферальная программа. Реферальная программа – это довольно популярный способ заработка, при котором партнер компании получает определенное вознаграждение за помощь в реализации товаров и услуг, а также за привлечение новых клиентов, которых еще называют рефералами. Обычно новых клиентов завлекают с помощью специальной реферальной ссылки. Кстати, у меня тоже есть такая, и у нее есть бонус, если вы по ней зарегистрируетесь, то вы получите 20% и максимальную, а также вечную скидку на все торговые комиссии. И то есть я сейчас расскажу, как можно на этом заработать, как я зарабатываю я, и как вы можете сэкономить, даже не привлекая рефералов таким способом. Ну, то есть тут понятно. Сейчас я расскажу, какой плюс мне от того, то что я привлекаю рефералов на бирже Gate.io. Также я получаю 20% от всех комиссий моих рефералов. Но также и получают 20% все мои рефералы от своих комиссий, так что тут выигрывает каждый. Ну и как же на этом заработать? Первое, это вы какой-то известный человек, пишите статьи, делаете видео, или у вас просто много друзей, или большой телеграм-канал. Вы просто берете свою реферальную ссылочку, говорите, вот интересная биржа, кстати, биржа Gate.io входит в топ-7. И скидываете им эту реферальную ссылочку, если они регистрируются, то все в плюсе, так сказать. И ваши друзья, им 20% скидка, и вы. Теперь, как же можно на этом заработать, если вы... Ну, если у вас мало друзей, или у вас просто нет своего YouTube-канала. Вы можете просто сэкономить. А сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Вы можете зарегистрироваться по моей реферальной ссылке или любой другой. И вы получите 20% и максимальную скидку навечно. И на этом можно прилично сэкономить, особенно если у вас, ну, плюс-минус большие торговые объемы. А они практически у всех большие. Теперь, где же взять свою реферальную ссылку или же код, чтобы рекомендовать Gate.io другим? Ну, для начала нужно зарегистрироваться, это дело понятное. Такс. Теперь, как можно пригласить друга? Переходим на страницу «Мои рефералы». Если что, мы сначала нажимаем на кошелек, там мы видим страницу «Мои рефералы», нажимаем. Потом копируем реферальную ссылку, ну или берем наш QR-код. Потом делимся своим реферальной ссылкой или QR-кодом с друзьями в своем канале, в своей соцсети. Кстати, интересно, ваша учетная запись должна быть старше одного дня, прежде чем вы сможете приглашать других людей. Также на Gate.io есть преимущество для реферальной программы, а именно инфлюенсер, который имеет более 500 подписчиков в социальных сетях и каналов, с достаточным временем. Кстати, у меня-то уже 1800, а я что-то не особо знаю про эту программу, надо будет посмотреть. Потом, ну, в общем, у этого реферала должен быть отраслевой опыт и способность к расширению. То вы можете подать заявку на амбассадора, ну, посла. Преимущество для послов. Контактная скидка до 30%, спотовая скидка до 50%. До 800 баксов премия, это мне уже нравится. Я прям вот уже подам туда заявку, а то что-то я в Gate Union, а в амбассадорах меня нет. Вот не упускайте такие возможности, видите, тут можно получить, так скажем, бонусы, а некоторые просто делают, получают какие-то бонусы, но не знают о других. Поэтому поставьте лайки, поддержите это видео. Также будет скидка более высокого уровня, долгосрочная скидка, управленческая система, в общем, там агенты нам представят.
Еще и подарок от Gate.io. Вот это, мне нравятся подарки, мне нравится мерч, поэтому этот пункт тоже очень важен для меня, потому что я коллекционирую, у меня много всяких футболок. Бонус по контракту, поддержка трафика и эксклюзивное руководство. Все, я записываю это видео, и мне нужно отправить эту форму. В описании видеоролика будет моя рефсилка, как я уже говорил. Вы сможете зарегистрироваться, получить максимальную скидку. Так, это видео подходит к концу. Если понравилось, ставьте лайки. Какие-то примечания, замечания можете в комментариях. И наоборот, благодарность. Мне будет очень приятно. Также сходите в мой телеграм-канал. Ну, там реально бывают интересные темы. Бывает иногда там спамлю по приколу. Но там мне нравится, там вот я так скажу.